А сколько сначала вам миллионы обещали, да? Пострадавшие миллионы, а у кого эти? Погребальные были 2 миллиона, стало 600 тысяч. Вчера ночью было 2 миллиона. Ясно. А сегодня, ну, в общем, стало надо было вчера хоронить, да? Нет, не надо было. Просто оказывается официально были 105 человек. 137, а неофициально больше 1000 человек. На работу тетик. Не так пойму. Сильно пострадал ваш дом, нет? Да, потолок рухнул. Мы сидели вон на самом опушке, видите, железом доделали. А через чердак вода текла, соседи не успели мои. Я им позвонила, мне позвонили, я им, уже двери у нас были заблокированы. Мы маленького на кошка выскакивали. Погибли, да? Да, конечно, старики. Они то наводнение пережили, а это уже... Обзор. Да вот сидят, спросите.